К интервью Бананза Медиа. Группа полковника и ДНР начальника разведки Дубинского Сергея публике за интерес. Вон всего 366 просмотров. И настроены все комментарии и комментаторы иронично. Ну, это сами уже посмотрите. А ведь в этом интервью заявление Дубинского Сергея идет с линией Министерства обороны российского в разрез, что он не знает, что по МС-17 стрелял украинский бух. Сергей Дубинский заявил в этом интервью категорично. Вот такие вот дела.